Да. Медицинский центр лав-диагностика, газета «Бизнес-класс».
сеть ортопедических салонов «Альтера Мед», спорткомплекса «Олимпия», медицинская лаборатория «МРТ-эксперт» на Подлесной 6, мастерская детских праздников «Волшебники», сайт «Волшебники59.ру», «Русков Купилин», «Луначарского 54», фабрика спортивной одежды «Макси Текстиль», технический спонсор клуба «Веселый водовоз», информационный партнер «Европа плюс Фильм», 89.4 FM, информационный партнер «Я покупаю Пермь», сеть клубов «Планета Боулинг Пермь», развлекательный комплекс «Горный Хрусталь», автомойка «Тихий кот» на бульваре Гагарина 88. Компания «Веселый водовоз», мы доставим вам воду в любую погоду, 251-21-08. Баскетбольный клуб «Парма» и медицинский центр «Лавдиагностика» со здоровый образ жизни. Мы знаем, как сохранить ваше здоровье. Звоните по телефону 2-700-789 на сайт lavdiag.pen.ru. Спонсор группы поддержки баскетбольного клуба «Парма» — салон красоты «Майя» на революции 13. Следите за жизнью клуба в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и Ютуб. Везде можно нас найти по имени «Парма Баскет». А если вы выкладываете свои фотографии с матчей или событий с участием баскетбольного клуба «Парма», не забывайте добавлять хэштеги «Парма Баскет» и «Шоу продолжается». Thank you.
Thank you.
Ваши аплодисменты, друзья, мы начинаем! Встречайте!
Прекрасно понимает, что сегодня баскетбол в нашем регионе
Это как балет, как деревянная скульптура, как Кунгурская ледяная пещера, это наше общее настроение. Всех вас с праздником. Ребята, мяч, конечно, круглый, но мне бы очень хотелось, чтобы он в пользу Пармы был чуть-чуть круглее. Удачи! Исполняется гимн Российской Федерации.
команды начинает игру следующих стартовых составов. Баскетбольный клуб Киров, город Киров. Никита Кунтов, номер 5. Павел Башковский, номер 14. Анатолий Корецков, номер 21. Лев Подеев, номер 32. И Александр Семиглазов, номер 42. Парма Кирпичникай, начинает игру следующих составов. Иван Немилов, номер 50. Василий Бабайло, номер 25. Сергей Чернов, номер 33. Константин Баланов, номер 52. И Валерий Валяйный, номер 77. День добрый, дорогие слушатели. Наша техническая служба решает вопрос с тем, чтобы я себя слышала, наконец, в наушнике. Я надеюсь на это. Вот, это более-менее отлично. Валерий Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Вы себя слышите? Я себя хорошо слышу, да. Так, начинаем трансляцию матча «Парма» против БК «Киров». Все-таки не очень хорошо у нас работает техника сегодня. Не слышу я себя. Это очень прискорбно на самом деле. Да, вот начался уже матч. Трансляцию для вас сегодня ведут мастер спорта международного класса Валерий Дейнека. Валерий, здравствуйте снова. И снова здравствуйте, да, Катерина. Да, и я, Катерина Шафиева, журналист радиостанции «Эхо Москвы» в Перми. Вот начали ребята уже свой поход, как говорится. Это старт сезона Кубок России, второй групповой этап. Мы имеем сегодня на данной площадке, заметьте, стартовый состав у Пармы с прошлого года слегка поменялся. Да, два новых человека вышли, два дебютанта баскетбольного клуба Парма. Это 10-й номер у нас Иван Нелюбов и, да, Вадим и Балякин. Также в старте сегодня вышел у нас Константин Буланов. Обычно он не выходит в старте, он обычно выходит в старте, когда совсем беда-беда, и там все уже сидят либо покалеченные, либо еще что-то, и вот его выпускают, но это достаточно редкий случай. Ну и также хочется отметить кировскую команду, что за нее играют два воспитанника первой школы, можно так сказать. Да. Это Машковский и Семиглазов, которые также вышли в составе команды соперника. И первая атака, она была трехочковая, и трехочковый достаточно уверенно забил новобранец БК Пармы Вадим Балякин. Да, это сегодня у нас, как говорится, предварительный первый просмотр нашей обновившейся команды. Команда Кирова тоже, как говорится, получила пару неплохих игроков из Пармы. Александр Семиглазов, Павел Машковский перешли в эту команду. Ну, так как, видимо, ребята захотели чего-то большего, может быть, я не знаю, какие причины были, не нам их судить, как говорится. Вот атака Сергея Чернова. Удивительно, что Сергей не попал, но вот подобрали свои же. Да, сейчас просто нужно доиграть. Вадим Балягин там справился, но вот передача все-таки была неудачная. Никита Бурков. Отбился Нелюбов. Давай. Молодец. Как неплохо, да. Такой большой мальчик, как Нелюбов, обладая ростом 280 сантиметров и весом 120 килограмм, очень здорово убежал от малышей. Перехватил, да, на периметре передачу. Ну, молодец. Потенциал у игрока есть. И так же, как Александр Винник, там, повис чуть-чуть на кольце. Любят большие парни висеть на кольце, да? Ну, да, Валерий Николаевич? Это эффективно. Самое главное, чтобы было эффективно. И вернемся немножко назад к твоим словам, что это как бы дебют, ребята, да. Дебют, согласен, перед местной пермской публикой, перед нами с вами. Но они уже играли ряд контрольных игр. Опытные люди. Да, они ряд контрольных игр сыграли в межсезонье. И я думаю, что уже они друг к другу притерлись. Это очень важный момент в баскетболе. И самое главное, чтобы они понимали концепцию команды и концепцию тренера. Что он хочет от них видеть в дальнейшем и какая их роль в команде. Вот пока мы вели беседу, Василий Бабайлов получил второй уже фол, хотя прошло 3 минуты с начала игры, даже меньше 3. И штрафные бросал Павел Машковский, теперь игрок БК Киров. 1-1.
Ну, то есть один промах, один попал. Да, и вот хочется отметить еще одного игрока, это вышедшего на замену Ваню Ухова, да, который в этом сезоне дебютировал за сборную России. У-20 молодежка, да, то есть достаточно такой интересный возраст для баскетболиста. Единственное, что неудачно сыграла команда. Ну, у нас сборная России взрослая неудачно сыграла в этом году, по-моему, еще хуже, чем молодежная. Да, не сыграли, но Ваня здорово там выглядел, был одним из лидеров команды, тренера о нем очень хорошо отзывались, поэтому парень молодец. Еще хочется отметить, что он закончил училище Олимпийского резерва и поступил в институт. То есть вообще для него, мне кажется, год очень удачный. Вот они, местные кадры, он из Соликамска, он не из Перми, но тем не менее парень, как говорится, наш, и никуда это не денется. Да, вот тем временем Иван Нелюбов опять отличился, на его счету, кстати, уже 4 очка. Ну, его, если честно, я посмотрел картинку, его очень здорово ребята используют. То есть он не броско играет, но в нужном месте, в нужное время он всегда находится. И также вот второй выстрел. Вадика Балякина, да. Да, Балякина. Опять трехочковый. И снова с угла. Наверное, его точка. Надо посмотреть. Да, забивает нам. Пробелы в защите, в принципе сейчас такое небольшое дежавю, что как будто сезон не заканчивался. Все то же самое. Посмотрим. Если Парма не меняла свою стратегию, опять промахивается Сергей Чернов. Да что у него сегодня такое? Полякин здорово подобрал, вышел, но получил на сленге, можно, если так сказать, горшок. И быстро отрыв. Глеб Фадеев опять обходит защиту. А, собственно, если Парма сохранила свой стиль игры, то другие команды найдут, как против них играть в этом году, в том числе. Если в прошлом году в середине сезона нашли, то в этом году это поражение их может ждать гораздо раньше. К сожалению, это так. Будем смотреть и наблюдать. Я думаю, что команды, да, было очень тяжело играть против Пармы, но я думаю, что сами ребята где-то, может быть, подсели физически, потому что играть весь сезон прессингом по всей площадке, ну, очень тяжело. Вот. Поэтому здесь несколько факторов, которые определили, я считаю, что не совсем удачную концовку сезона. Вот Иван Нелюбов бросает штрафные. Вот сейчас посмотрим. Центровые обычно не отличаются какими-то большими успехами на этом поприще. Очень хороший, свободный, легкий бросок. Получилось. Идет хорошо рука, да. Кисть, вот смотрите, все. Валерий, теперь мы видим классическую Парму на площадке. Все старенькие. Все уже бывало. Николай Жмака сменил Вадима Балякина. Ивана Нелюбова сменил, естественно, Александр Винник, этот центровой. И все в том же духе. Пропускаем на плечах. Два очка. Ничего не поменялось. Пока ничего не меняется. Ладно, поживем, увидим. Заметьте, в команде соперников два наших игрока, которые тоже знают эту схему игры. И знают, как против них играть по этой схеме. Естественно. Да. И возможно, и в этом еще их плюс, да, ну, какой-то? Ну и в принципе, да, сейчас Емельвазов один из самых результативных игроков своей команды. Да. Ну, нравится то, что пермяки полностью выиграли щит. Очень много подобрали на чужом, то есть вторым темпом идут броски. И я думаю, что вторые шансы они здорово используют. Шеймаут берет БК Киров. Разница 6 очков, ну не так велика, но, видимо, что-то беспокоит главного тренера команды Алексея Бабилова. Посмотрим. Ну, я думаю, здесь и чисто тактическая замена. 5 минут игры прошло, состав очень маленький, укороченная скамейка. Я думаю, просто кое-что подсказать, рассказать и дать возможность основным игрокам отдохнуть. Вообще, если смотреть, то наша команда по там среднему возрасту, постарше, так, на 2,5 года. 25,6 средний возраст, БК Киров 23. И очень здорово тяжелее соперников. Да.
Но вообще, если бы брать вот цифры вроде как 93,6 на 87, вроде небольшие, но по игрокам сразу видно, какая мощь у Пармы. И очень легкий подвижный состав у Кирова. По росту тоже не очень большая разница, конечно. Но, в принципе, ребята с Кирова гораздо меньше, чем Пермяков, заявлены, но как минимум. Здесь средняя цифра 5 сантиметров, это достаточно много. Вот прессинг. Пошел прессинг. Так, Александр Семиглазов. Айрбол. Перехватил Чернов. Ну и сейчас посмотрим. Катаев, да. 3 очка у Катаева. Восстановился, надеюсь, Антон Катаев после своей тяжелой травмы и тяжелого входа в игру. Долго его не было. И в прошлом году он как-то, мягко выражаясь, не блистал. Хотя все знают, что он может играть и умеет играть, и знает, как это делается. Трехочковый бросал он всегда отлично. В прошлом году что-то у него не очень задавалось это, в принципе, делать. Ну, травма достаточно распространенная, специфическая в своем роде. Это травма плеча, приводящая мышца. То есть здесь действительно все чувствуется. Уже и рука не так идет, и мяч выносится по-другому. 21-12 уже разница, 4 минуты до конца первой четверти. И Парма имеет уже 4 команды. Вот так вот. Я говорил, все то же самое. Ничего не меняется в царстве. Скепсис какой в голосе, Валерий, я слышу пока. Ну, пока да, надо же как-то завести команду. Знаешь, что они нас не слышат. Но я думаю, они просматривают записи. Вдруг там они комментарии услышат. Может быть, может быть. Будем надеяться. Мажет второй раз, по-моему, уже Алексей Яценчук. Все ходил вокруг кольца, но так ничего не удалось. Решил бросать издалека. Эх, Александр Винник, ну что ж ты делаешь-то? Вроде вынес, но не попал. А так бы был бы и фол, и гол. Ну, получил фол, это уже большое дело. Две замены. Пермяков в Кирове меняют на... Не Пермяков, на кировчан. Один из самых опытных игроков, Анатолий Грицков, вышел на площадку. Это игрок команды Кирова. У него большой достаточно послужной список. Он самый взрослый из них, 83-го года рождения. И, естественно, имеет прям такой... отличительно серьезный опыт по сравнению со всеми остальными ребятами, которые играют за Киров. Он успел поиграть и за Автодор, и за самарские команды. У него хороший послужной список. Играл в достаточно хороших командах на хорошем уровне. Ну и он единственный мастер спорта в команде. А перехват от Ивана Ухова какой-то абсолютно неожиданный, но эффективный. Иван просто прочитал. Прочитал игру, здорово сыграл на перехвате в центре зоны. Вот что дает опыт сборной России, видимо. Не знаю, может, просто растет как игрок над растет собой. Растет человек, растет игрок, конечно. И уже не первый раз немножко настораживает то, что кировчане убежали в быстрый отрыв. Да, согласна. О, Николай Шмака издалека. Да, но у Перми на этот счет есть свой ответ. Это Требочковая, которая, по-моему, один раз был промах из-за дуги, а так, наверное, раз уже 4-5 они попали. Антон Катаев, я так понимаю, да, получает фол. Да, накажет сейчас. И меняет... Так, Антона Бревнова меняет. Жмака поменяли. Жмака и вышел еще один дебютант. Это Евгений Борисюк, да. Достаточно молодой игрок, 96-го года рождения. Он, по-моему, играл за Уникс 2, если я не ошибаюсь, до этого. Да. То есть за молодежку, понятное дело. Ну вот, его подписали после сбора в Ижевске, если я не ошибаюсь. То есть он до этого еще не был в команде, но в Черногории уже ездил с ними.
посмотрим, что. На самом деле, как-то я не отметила для себя, как он себя показал в Черногории. Ну вот сейчас мы это увидим своими глазами. Увидим, конечно. Ну, я думаю, что игрок на перспективу, молодой, быстрый, наверное. Самое главное, чтобы понимал, что... Опять быстрый отрыв. Александр Семиглазов против Антона Бревнова. Пермь и Пермь сошлись, и Александр Семиглазов знает, как играть против своих, как говорится. Просто наведение в облако. Да? Он знает, что Бревнов левша, закрыл руку, все грамотно все. Сделал, да, и убежал. Вот интересно всегда смотреть на соперников, которые буквально там несколько месяцев назад были... Друзья-товарищи. Ну, не то, что друзья, они сейчас, я не думаю, что враги, но, тем не менее, они были партнеры. Да, я говорю, друзья-товарищи в одной команде, сейчас, да, приходится играть друг против друга. Катает, нота наглость. Подбор за винником, ну, нет. Фол дают. Вот опять Бревнов против Семиглазова. Они, видимо, играют друг на друга, получается. Ну да, первые номера. Здесь Семиглазов играет первого номера, что для него непривычно. Вот еще одна потеря. Ну нет, судья не дал. Хорошо разбрасывают, очень здорово стягивают. В принципе, я думаю, что если бы скамейка подлиннее и более менее взять одинаковых игроков, то я думаю, что Киров бы серьезную угрозу представлял бы. Но на данный момент для Пармы. А так, учитывая, что Киров — это команда высшей лиги, то я думаю, что там они достаточно серьезную конкуренцию будут представлять соперникам. Да, ребята из высшей лиги. В прошлом году они стали победителями первой лиги, чемпионами. Ну, получил Иванухов фол, причем получил его на большом, как я вижу. Ну, это, в принципе, с одной стороны, хороший, грамотный фол при получении, потому что Ваня значительно проигрывает в росте. Но то, что перебор фолов командных, это да, это все бьется. 5 фолов командных против 3 соперника, да. Да, и счет 30-18 в пользу Пармы на данный момент. Вот Александр Винник наконец. Как скоординировался здорово, да. Саша, молодец, разобрался, но, в принципе... Ногами, да, обошел просто тех, кто стоял и мешался, как говорится. Такой эпизод некоторые судьи могли бы свистнуть и пробежку. Да, могли. Потому что смена ритма, как трактуется сейчас. Подбор остался за Пармой. Антон Катаев. Да, я думаю, что длинная атака будет. До конца осталось 15 секунд. Совсем, да. Секунды буквально. Семиглазов. Обошел его ногами. Бревнов. Бревнов, ну да, промазал. 6-5. Да. Ну и все. Ребята из Кирова понимают, что не успевают прорваться. 34-18. Таков итог первой четверти. Посмотрим. Очень результативная встреча. Да. Медицинский центр «Лавдиагностика», газета «Бизнес-план».
класс. Сеть ортопедических салонов «Альдерамед», спорткомплекс «Олимпия», медицинская лаборатория, МРТ-эксперт на Подлесной 6. Мастерская детских праздников «Волшебники», сайт «Волшебники59.рф», «Руснов», «Перево», «Начавство 54», «Фабрика спортивной одежды», «Макс Стиль», технический спонсор клуба «Веселый водовоз», информационный партнер «Европа Плюс», «Перево 89.4», информационный партнер «Яблоко Айпель», сеть клуба «Планета Моулин», «Перево», «Горный хрусталь», «Автобой Великий Год» на бульваре Гагарина, 88. Продолжаем трансляцию матча «Парма» против ВК «Киров». Начинается вторая четверть у нас, и у нас есть волшебные статистические таблички. Что у вас там поразило, Валерий? И поразило количество выброшенных трехочковых бросков БК «Пармы», что это составило 10 бросков, 10 бросков пермики выбросили и 5 попали, то есть очень хороший процент реализации, 50. Вот. Если говорить об оппонентах, они 3 раза выбросили и ни одного не попали. Что касается с игры, то у пермяков неплохой такой рабочий процент 62, а у кировчан гораздо ниже, и они меньше атаковали со средней и дальней дистанции. Что касается штрафных, то здесь Киров преуспел в плане количества бросков, но не качества. У пермяков 3 попытки штрафных и 3 удачных. И если брать потери, то потери, в принципе, равны. 3 потери у пермяков и 4 у кировчан. Молодец, Александр. Затолкал Александр Винник. Непонятно, почему он оказался один под кольцом. Против него остался Семиглазов. Ну и Александр свалил. Не по той руке, по левой. Ну, Винник здорово укрыл мяч. И если вернуться к статистике, то по подборам чужой щит. Кировчане тоже немножко напрягли Парму в том плане, что 4 раза подобрали на чужом щите. Это многовато, и 3 раза на своем. У пермяков 5 на чужом и 6 на своем, то есть общее количество 11. В принципе, неплохо ребята борются, то, что я и отмечал в комментариях. Если брать индивидуально показатели, то у нас один лидер, это Иван Нелюбов, причем лидер в двух командах. Ну, он спорит с Семиглазовым, скажем, там так у обоих по 7 очков. Накрыли. Не дали забить. Антон неплохо. Парман бежит. Рядом. Быстрый отрыв. Нелюбин борется за мяч. И чувствуется, что к человеку мячи прилипают. Очень здорово. Место находит под кольцом. Не обладая, скажем так, каким-то феноменальным прыжком, он в нужном месте, в нужное время. Дальний бросок. Да, неплохо пикинг-бол сыграли, да. Три очка. Вот Сергей Чернов. Против Семиглазова, да. Ну, у Александра это все сильная сторона, по-моему. Антон Кантаев. Пятая, по-моему, попытка пятая или четвертая. Заметили, что когда Чернов обходил Семиглазова, навел его специально на большого Нелюбова. И в итоге Александр Семиглазов просто наш центровой отсек от Чернова. Да. Ну, неплохо сыграли. В действии мы можем как раз видеть Евгения Борисюка. Прилип он к своему сопернику и не дал ему выбросить кольцо. Да, заставил выбросить за линию. В итоге они мяч потеряли. Неплохо защищается, да. Прицепился и все. Нелюбов хотел попробовать бросить. Не знаю, как это. С трехой он, без трехи.
неудобно большому передачи в пол малышей. Нагибаться ему все-таки. Ну, это долго, да, руки, да, да. Как говорится. Здесь лучше ему дать повыше или в крайнем случае где-то в грудь. Не поймает, так мяч отскочит, но все равно останется у него. Ну, на данный момент выше него на площадке, по-моему, нет никого. Этот Анатолий Горцуков из Кирова 2-12, он сидит, сейчас на скамейке сидит, если не ошибаюсь. Да. И Катаев. Опять Катаев, да. Набирает 12 очков, больше, чем кто бы то ни было. И Киров опять же нужно взять тайм-аут. Да, хочется отметить, что команда достаточно легко играет. Получается в нападении, отбиваются иногда, убегают быстрый отрыв. Причем Милюков хорошо бежит. Здорово для большого, он поддерживает быстрый отрыв. Закончился тайм-аут Кирова. Вы видели в действии группы поддержки БК «Парма» в новой форме. Новые лица. Новые лица. Ну, мне лица, вот честно, очень плохо видно отсюда, а форму я разглядела. Да, форма точно новая. Вернемся. Проигрываем щит. Два раза дали подобрать на своем щите. Семенеглазов против Чернова. Да. Хорошая скидка. Здорово борются ребята. Снова. Киров подобрал. Три атаки, да. Затолкали, ура. Неплохо, неплохо ребята чувствуют друг друга, играют. Никто не жадничает, на одеяло никто на себя не тянет. Здорово разбрасывают. Против такой вот ровной команды очень плохо играть. Очень неудобно играть. Иван Мальцев появился на площадке. Редко его выпускали и в прошлом сезоне. Тоже молодой игрок, как Иван Ухов. Как это у нас говорится, два Ивана, да, в нашей команде. Единственное, Иван Мальцев не, ну, послабее, так не то, что послабее, меньше вырос, чем Иван Ухов, скажем так. Хотя и мог себя показать, если надо. То есть, если требуется от него вот какая-то максимальная концентрация, он делает. Ну, я думаю, что тренер совершенно правильно делает, выпуская этих игроков, которые мало играют. Он играет по счету, не на, скажем так, здесь нет допустим, такой мотивации, чтобы выиграть там 20-30 очков. Здесь просто нужно выиграть, тем более, что игра получается. А вот и Иван Мальцев, собственно, 3 очка. Вышел и сделал. Василий Бабайлов и Константин Буланов также появились на площадке. Да, игроки сейчас не поняли, но здорово открываются. Ну, тоже достаточно такой стандартный состав «Пармы» на данный момент. Ну, хотя нет, Иван Нелюбов у нас роль центрового сейчас исполняет. Нелюбов, Буланов, Чернов, Бабайлов и один вот Мальцев молодой, то есть достаточно такой боевой, да? Состав. Ну, Мальцев молодой по возрасту, но поиграть-то он уже успел. То есть не первый, да, год отобрали у Чернова, но... Нет, с нарушением, там было видно, да. Руку прихватили. Поэтому и отобрали. Глеб Фадеев. И вот меняет сразу же тренер. Да, тяжело Семенеглазову играть против своих же ребят, чисто физически. Да, Буланов неплохо открылся. Подрезал заодно Павла Машковского. Да. Немножко. Ногой, видимо, Машковский случайно. Не устоял, да, без нарушений, чисто открылся. Ну,
Хорошо, стягиваются ребята. Да, да, вышел только со скамейки и сразу мимо, мяч не задевая ничего, так называемый аэрбол. Передают, ребята, мяч на Ивана Мальцева. Я думала, он будет бросать. Здорово, здорово разбрасывает. Молодцы. И Нелюбов молодец. Нелюбов, вот я все смотрю на него и прям... Класс радует. Да, 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 вот скорее здорово. Так. Нет, пока все делает по уму. Пока все делает по уму, на себя одеяло не тянет. Я думаю, что... Он вот должен получиться неплохой сезон. Все свои обязанности центрового, то есть стоит под кольцом там, где должен быть, оказывается, именно тогда, когда нужна помощь ребятам. В это время Сергей Чернов обокрал игрока Кирова и просто дошел с мячом до корзины и забросил. Да, ну, прессинг в исполнении БК Пармы достаточно высокий. Не дают баскетболистам вывести мяч. Василий, да. Бабайло попытался защитить, ну, но вытянутые руки, понятно, да, что ничего другого сделать в данном случае не мог, иначе пришлось бы идти на фол. А у него уже их два. Зачем рисковать? Вот. Ну, отбили они эти два очка. Да, я думаю, что... Опять Сергей Чернов сделал, да, ровно, да, то же самое, что... Просто не дают ребятам вывести мяч из своей зоны. Три минуты до конца второго периода. Я бы сказал, что, судя по такой игре, за явным преимуществом. Что происходит? Васе передали мяч, он его потерял. Костя Буланов на месте оказался, тоже чуть не потерял. Завалили Ивана Нелюбова. Удивительно. Буланов, Буланов работяга, на месте, молодец. Работает, да. Работает, и, по-моему, у Нелюбова небольшая микротравма. Да, что-то у него... Ну, я думаю, что голеностоп просто неудачно или приземлился, или встал на ногу. Павел Машковский. Машковский, ну, это его точка. Да, три очка. Абсолютно четко. Своего места. И, это Буланова точка, да. Тяжело играть против больших игроков, у которых стабильные средние броски. Достаточно сложно. Еще одна потеря. Ну, Василий Бабайлов отвлекал Никиту Буркова, капитана. Пришлось Никите выбросить мяч, и в итоге потеря. Выводить будут. Ну что, ребята, вот Вадим Балякин появился снова на площадке. Его, по-моему, не было с первой четверти, да. С начала первой четверти его посадили. Он очень и... резво вышел, две трёхи забил, и все. И про него забыли, да. Так. И посадили, кстати, Никиту. О, Никиту, господи, что я несу? Ивана Валерьевича. Нелюбова, да. Нелюбова посадили. И вышел Винник. Нравится настрой сегодня у некоторых игроков Пармы. Например, у того же Чернова. Борется, бьется. Такой. Ну, видно, что игра получается. Игра достаточно легкая для Пармы. Удобный соперник в том плане, что... И укороченный состав, и ребята, ну, скажем так, немножко интригу поддержал первый тайм, и все. Ну, видно, что не хватает им. Я смеюсь, пока Валерий Николаевич разговаривает, просто я увидела, что маленькие отжали мяч у больших и убежали. Забавно, так отобрали и ушли с ним. Кстати, я сейчас посмотрела в стат команды Парма. У нас три Ивана, три, какое популярное имя. А Сергей один, Александр и тот один остался. Обычно такие имена, как Сергей и Александр, очень распространены. Но они вот в единичном у нас экземпляре, зато три Ивана. Три. Ну ничего, пусть будет. Пусть будет.
Новичок против новичка, новичок Кирова против новичка Пармы. Завалились они с мячом. Какой-то стул пошел на ножной, ниже колена игра. Александр Винник обнял мяч так, что просто не вырвали. Да, мы не отметили, что в составе Пармы еще нет Дыбовского. А Максим Дыбовский травмировал, он вернется. Он получил травму, и он в гипсе, поэтому там, по-моему, что-то с кистью, да? Да, или... там два пальца, по-моему, сломаны у него на руке. Ну, вернется, сказали, где-то через месяц, через два примерно. Да. Единственное, что неприятная травма, это правая рука. И тут все может быть, это может и на бросочек как-то повлиять, и все равно правый человек водит мяч. Ну, не знаю, будем думать, что когда гипс не вот, наверное, вилкой и ложкой быстрее разработает руку. Кстати, тайм-аут взяла Парма. Ну, во-первых, времени осталось немного до конца второй четверти, и Парма ни разу не пользовалась тайм-ауты. Вячеслав Сушаков, видимо, решил использовать. Ну, и в том числе, может быть, разобраться с тем, что происходит на полу. Кировчане вышли. Семиглазов отдыхает, тренер понимает, что игра в принципе сделана, и поэтому, скажем так, своего основного игрока он бережет на дальнейшие игры. 63-28 счет за 35 секунд до конца второй четверти. Что-то мне подсказывает, что к концу матча перевес Пармы особо-то не изменится. Я думаю, что да, с такой игрой у Кирова нет потенциала. Как бы Парма не играла, даже если она плохо будет играть, нечем и неким Кирову догонять отрыв. 35 очков, это очень много. Хотя посмотрим, все еще может измениться после большого перерыва. Бывали такие случаи, когда вроде большой отрыв, все хорошо, в третьей четверти, бах, и начинается какое-то колдовство. Оно, наверное, и будет, мы с вами увидим. Машковский Павел получает, видимо, фол. В руке он поднял, я увидела. Да. Только четвертый командный фол, поэтому 15 секунд еще есть у... Кирова. У Пермяков. А, Пермяк будет выводить, Василий Бабаев ушел. Не, вот из-за ящика, к сожалению, не все видно. А зачем такой бросок? Можно было до конца доиграть. А сейчас защищаться нужно. Непонятное решение. Что происходит, мне не очень понятно, ну да ладно. Нет, не засчитали. Не засчитали, потому что время заканчивалось. Бросок уже да, был. Да, в принципе, Вадим Балякин все сделал правильно. А мы уходим на перерыв. Да. Если вы попадаете с центра площадки,
вы получаете замечательную толстовку от баскетбольного клуба «Парма». Итак, Люба, давай, начинайте. Давай. Девочки, кто кидал? Зачем ей дали, а? Тормозник потом. Ой-ой-ой. Чуть-чуть. Что, пора, дадим еще дорого. Дадим, Люба, мы тебе даем еще одну попытку. Давай, Люба. Поехали. Хорошее начало, давай, половина дела. Начало удалось, но, естественно, эта игра без ошибок не бывает. У нас есть один недочет, на который надо сейчас следовать, обратить внимание. Но это игра на подборе в защите. Соперник собрал неплохой урожай в нападении, на подборе. За счет этого они немножко подрамкнули. Но все и есть некоторые игроки, новички. Они выпадают из ритма схемы. Давай, по большому счету, счет реально отражает положение дел на площадке. Но я еще раз говорю, вот эти два момента, ну а плюсы, что говорить, хорошо распечатали кольцо трехочковые доски, сразу пошли, очень рады, как у игроков периметра, так и у игроков передней линии. И хорошая интенсивность игры. Я думаю, темп и ритм избавлять не будем. Первая игра сезона, надо раскатываться. Некоторые игроки потерялись. В первом матче трибуны, какое-то давление, ожидание, чего-то хочется, мы порой забываем, что мы делаем на площадке. Но тем не менее, мы давайте посмотрим развитие событий. Я думаю, будет не менее интересно и не менее иллюстративно. Хорошо, ну хоть что-нибудь выиграть. Давай. Громче поддерживаем. Хорошо. Так, а где у нас у этого участника группы поддержки? Есть? Нет? Громче давайте, громче, но! Давай, давай, давай. Хорошо, девчонки, давай. Мы выбираем подарки, планили долго проходить сюда, Люба, иди сюда, иди ко мне. Люба, иди ко мне. Тебе подарочная карта на планете Боли, подарочный сертификат на час игры на Лазертаг и сертификат от Весенного Мороза на получение
Thank you.
Начинается третья четверть матча «Парма» против «Кирова». Это Кубок России. Покинул нас мой коллега-комментатор Валерий Дейнеко по своим некоторым причинам. Но ничего, попробуем без него справиться. 63-28 счет был после второй четверти в пользу «Пармы». Вот уже он изменился. Иванухов забил 3 очка, 66-28. В свою очередь Киров не сдает позиции. Александр Семиглазов опять появился на площадке. Вывел его Алексей Вавилов, как самого результативного игрока. 7 очков он набрал, больше, чем все остальные. Но опять Иван Ухов обходит Павла Машковского, который ранее выступал за команду «Парма». Ну, Ване можно отдать должное. Все-таки парень прошел этим летом через команду, через сборную России молодежную Ю-20. Хотя, к сожалению, наша сборная России пока не отличается какими-то супер результатами. Мы надеемся, что все это изменится с тем, как изменилось сейчас лицо РФБ. Андрей Кириленко стал президентом вот буквально в этом августе. И сейчас, будем надеяться, система сама будет работать по-другому. Вот выбросил Антон Катаев мяч. У Антона Бревнова как-то
как-то, на мой взгляд, виловато. Но ребята из Пармы, в принципе, прекрасно понимают, что они, возможно, уже выиграли перевес 40 очков, 68-28. Можно, наверное, расслабиться и поиграть в удовольствие, но я бы на их месте не стала бы, так скажем, расслабляться. Вот Николай Жмака ушел в такой отрыв небольшой, но вот тут же Александр Семиглазов, но... Нет, не Александр Семиглазов, это Глеб Фадеев, простите. Попытался в быстром проходе забить, но ничего у него, к сожалению, не вышло. Пермяки на площадке в своем достаточно таком классическом старом составе. Новички пока сидят на скамейке, бережет их. Эх, Александр Винник, ну как ты мог? Как ты мог выпустить мяч, что ты такой большой и взрослый? Ну ничего, бывает. Но зато фол получает Александр Семиглазов. Бросать будет Винник. Штрафные. Обычно Саша не отличался, так скажем, большой точностью в штрафных, но надеемся, что он тоже растет над собой как спортсмен, по крайней мере. Штрафные эти, вот, получилось. Сегодня он уже бросал штрафные, и у него достаточно неплохо получилось, 100%. Посмотрим, как сейчас будет. 2 из 2. Я поздравляю Александра Винника. Он растет, растет над собой, растет в глазах болельщиков. Все отлично, на мой взгляд. Замес какой-то небольшой у Пармы. Слишком быстро пошла игра. И быстрый перехват Антона Бревнова. И вброс Николая Жмака. Николай, видимо, не успел сориентироваться. В итоге потеря мяча. И переходит он к Кирову. Нет, не вышло у игроков. Подбор за командой Парма остался. Достаточно расслабленно, на мой взгляд, играет сейчас Парма, зная, что у них большой разрыв. И Киров пытается, да, отбить те очки, которые хотя бы они смогут отбить. Но что-то у них пока не очень это получается. Ошибок очень много из-за высокой скорости игры. Александр Винник опять тут обыграл, но нет. Пытался обыграть своих соперников, однако Анатолий Горецков оказался и вовремя, и поопытнее, судя по его послужным спискам, все-таки он опытнее, чем Александр Винник. Рост у них примерно 1-2-12. Ну, Александр Винник чуть-чуть повыше, 2-13. Разница небольшая. Подбор. Антон Катаев, и тут же Горецков получает, да, видимо, Горецков получает фол. Нет, простите, Михаил Бондарев получил фол. Вот Александр Винник красиво развернулся. Показал игроку, что вроде как пошел подальше, но нет, переступил ногами и все, и забросил сам, справился. Все сделал правильно в данный момент. Корпус болельщиков там отрывается на барабане у нас сегодня. Я надеюсь, мембраны они им не порвут. Вальшка. Да. Николай Жмака поторопился. И фол, и гол. Посмотрим, как бросают штрафные соперники. В принципе, процент у них достаточно низкий. Бросков штрафных. Вот здесь все получилось. Никита Зязин. Судя по цифрам 2 периодов, штрафных бросков у команды Киров 57, у Пармы 100. 4 из 4, и у Кирова 4 из 7. 1 из игроков Кирова номер 8.
Михаил Бондарев получает четвертый фол, но, я так понимаю, нет. Как ни странно, его тренер не пытается даже посадить на скамейку. Видимо, менять то ли неким, то ли раном он считает. Ну, четвертый фол – это достаточно опасно, особенно в третьем в середине третьего периода. 5 минут только прошло. Антон Бревнов отличился. Конечно, один из игроков Пармы имеет 3 фола – это Василий Бабайлов. Но на данный момент он сидит на скамейке запасных, это капитан команды Парма. И, в принципе, в бой-то не рвется. А вот меняют номер 8 в команде Кирова. Сейчас будет с ними разбираться. Александр Семиглазов вышел, да. У Пармы на площадку вышли вот новые игроки, на которых уже интересно посмотреть. Это Иван Нелюбов и Вадим Балякин. Мы уже успели за 2.5 четверти оценить их. И оценить по достоинству. Ребята себя показывают, по крайней мере, достаточно грамотно. Они каждый на своем месте. Каждый делает, ну, по крайней мере, в данном случае, в данной игре, максимально то, что от них требуется. Антон Катаев бросает штрафные. И что-то пошло не так, как говорится. Хотя это не свойственно для Антона. Обычно штрафные у него идеально выходят. Но, видимо, травма плеча иногда дает о себе знать. Тем не менее, Антон сегодня заработал 13 очков. Больше, чем все. Больше, чем кто бы то ни было из Пармы. Константин Буланов на площадку вышел, заменил он как раз Антона Катаева, и Вадим Балякин подобрал мяч. Меняют Антона Бревнова, а Вадим Балякин получает свой первый фол. Неплохой результат. Третья четверть, в принципе. Попытались забросить кировчане, но Иван Нелюбов оказался, как говорится, в нужное время в нужном месте, на своем месте. А Вадим Балякин опять с угла 3 очка. Сегодня он именно мастер таких именно бросков. Третий бросок такой именно у Вадима. Достаточно сложное место для броска 3 очков, в принципе, с угла, но Вадик с этим справляется более чем достойно, я бы сказала. Вот еще один. Не с угла, правда, но тем не менее 3 очка опять. 83-33. Разница в счете достаточно большая. И Парма, в принципе, может, конечно же, расслабиться, но нет. Пытаются ребята больший разрыв получить, и, видимо, я так полагаю, будут просить болельщики сотню. Осталось-то до нее всего ничего, времени играть еще достаточно. Еще есть 4-я четверть. Прошу вас про нее не забывать. Александр Семиглазов получает тем временем 3-й фол. Воспитанник Пармы играет жестко. Привычка есть привычка. Манера есть манера. Сергей Чернов мажет, к сожалению. Иван Нелюбов. Да. Получил фол. Руками задевал своего соперника. Длинный бросок на Ивана Нелюбина, и он сам справляется, обходит невысокого игрока. Ну, достаточно быстро на своих ногах он работает, хотя высокий, тяжелый. Павел Машковский отличился данком. Редко играл, он тоже бывший игрок Пармы, редко, к сожалению, выходил на площадку в составе Пармы.
Но вот зато в Кирове ему дают достаточно игрового времени, и он может себя, видимо, показать и наработать навык, необходимый для спортсмена. По итогам, к примеру, двух хотя бы четвертей он провел на площадке больше 17 минут. Парни, конечно, настолько ему не давали времени играть, если я хорошо помню прошлые сезоны. Опять Иван Нелюбов бросает штрафные. Достаточно красиво у него это получается. Можно вот сейчас еще посмотреть. Эх, сглазила я парня. Да, действительно сглазила. 0 из 2. Зря я сказала, что он красиво это делает. Надо было просто молча смотреть, конечно же. Ну ничего, сейчас Иван соберется и отыграет эти 2 очка и больше, по-моему, может отыграть. Вася Бабайлов, капитан команды Парма, получает 4-й фол. Да, Вася сегодня, конечно, в ударе, но играет жестко. Ну, это он умеет, может, практикует, как говорится. Хотя жалко будет терять капитана и такого достаточно хорошего игрока. До 4-й четверти осталось больше 2 минут, 2.5 даже. Не знаю, может быть, сейчас его тренер посадит и будет уже держать на скамейке. А может, позволит 5-й фол набрать, в принципе. Болельщики видят, что штрафные бросает Александр Семиглазов, и кричат «мимо, мимо». Нечестно это, на мой взгляд. Если он захотел перейти в другую команду, это не значит, что он от этого стал предателем. Спорт есть спорт, и игроки кочуют из команды в команду и не становятся при этом какими-то моральными уродами, на мой взгляд. Это нормальная практика. Что ж такое? Пермики перебрасывают мяч и пытаются забросить корзину, но как-то неудачно. Вот Александр Семиглазов отобрал быстрый отрыв и донес мяч, хоть и не очень, так скажем, уверенно, но донес. Вот Сергей Чернов ответочку дал. Тоже быстрый прорыв сквозь защиту. Прорвался, обошел он просто соперников. И... забросил мяч. Замены в командах и Парма, и Киров. Александр Семиглазов что-то держится за ногу. Василия Бабайлова вот посадили, да, на скамейку. Продолжается у нас матч. Ну, один Балякин отличился опять-таки. Интересную картину я наблюдаю, я не знаю, видно нашим зрителям или нет. Помимо игры здесь происходит достаточно много интересных вещей. Так как, насколько я понимаю, команда Кирова приехала без своих врачей. И, видимо, Александр Семиглазов получил какую-то небольшую травму ноги. И по старой дружбе обратился к докторам команды Парма. Это достаточно опытные врачи. Они, естественно, они ему помогут, потому что они не могут отказать ни одному больному человеку. Они не имеют на это права, по идее. Сергей Чернов тем временем забрасывает 2 очка. 92-38 за минуту 23 до конца 3-й четверти. Вот, обмотали Александра Семиглазова, видимо, чем-то холодным. Приложили лед, скорее всего. Добрые врачи у ВК «Парма». Помогут всем, неважно, свой или чужой. Минута, ну, чуть больше минуты до конца 3-й четверти. Пермики так лениво достаточно перебрасываются мячом. Евгений Борисюк опять появился на площадке. Интересный игрок. Жалко, что он пока не отличился как-то достаточно ярко. Ничем пока что. Ну, молодой еще. И успел он только время с Пармой провести на сборах в Черногории, насколько я понимаю. Ну,
нарушено правило 24 секунд. Перебрасывались долго они мячом. И вот недоволен Иван Нелюбов, собственно, самой вот этой вот историей, судя по его реакции. Ну, что делать? Евгений Борисюк заставил ошибиться своих соперников, как я поняла, да, да, обошел. Ну, пока вот он отличается именно тем, что прицепляется к своему сопернику, к своему оппоненту и заставляет его делать ошибки. Сам пока не отличился бросками, но уже заметно было, как он заставил нескольких игроков ошибиться и выбросить мяч, или потерять его, или передать, собственно, сопернику. Иван Нелюбов. Евгений Борисюк передал пас Ивану Нелюбову. И Иван там вырвался через руки вверх движением резким. Ну, все получилось. Вот Евгений Борисюк в действии как раз. Мы его видим. И вот он не дает забросить. Хотя не делает ничего криминального абсолютно. Не хватает противников ни за руки, ни за майки, ничего. Просто стоит. Он стоит как стена. Молодец. Вот ребята отбились на своем кольце, и Сергей Чернов, ну, не вышло у него сделать дальний бросок последний. 94-40, конец третьей четверти. Посмотрим, что-то изменится ли в последней четвертой заключительной четверти, но полагаю, что Парма наберет больше 100 очков, естественно, и четвертая четверть станет таки заключительной. Продолжаем смотреть трансляцию, и не только трансляцию, продолжаем смотреть матч Парма против БК Киров, Кубок России, второй этап, четвертая четверть. И, насколько мы понимаем по счету, будет она заключительная, 94-40 в пользу Пармы после трех периодов. Все они были выиграны, все три периода были выиграны Пармой. Пришла нам статистика, что мы можем сказать по ней. Упал процент штрафных у Пармы, 70 против 100, а у Кирова, наоборот, поднялся, был 57, сейчас 66, 10 попали они. Растут, однако процент двухочковых и процент с игры у Кирова все остается таким же низким, 37 и 34. Это достаточно плохо для третьей четверти, в принципе, у Пармы. Процент двухочковых 71, с игры 60. На Александре Юнике получает фол, естественно. Он бросает штрафные. Продолжаем. Трехочковые у Пармы 46%. У Кирова 22. 2 из 9.
У Пармы 13 из 28. 28 раз ребята трехочковые выбрасывали. 13 раз попали. Но я думаю, большая часть из них принадлежит Вадиму Балякину. Сегодня он уже отличился именно трехочковыми бросками. Если даже смотреть по индивидуальной статистике, да, действительно, 7 он выбросил, 5 попал. 71% у него попаданий. Больше, чем все остальные. Ну, имеется в виду не в процентном соотношении, а в количестве заброшенных трехочковых бросков. Антон Катаев в быстром прорыве зарабатывает 2 очка. И 1 очко остается до той заветной сотни, которую просят всегда болельщики от своей любимой команды. Но, тем не менее, пока Глеб Фадеев забрасывает 2 очка. 99-42. Счет в пользу Пармы. И Никита Бурков получает первый фол, капитан команды БК Киров. Неплохо для четвертого периода, вполне. Тем временем 8 номер Михаил Бондарев получает 5-й фол и садится, я так понимаю, на скамейку, да. Будет загорать до конца уже матча. Опять Иван Мальцев на площадке, молодых игроков выпускает Вячеслав Шишаков. Иван Мальцев играет неплохо, единственное, игрового времени ему достается немного пока. Возможно, если он себе, во-первых, если как-то вырос над собой как игрок и себя проявит, то есть вероятность, что он сможет играть гораздо больше. Если смотреть, за 3 четверти он сыграл 4 минуты 41 секунду. Вот очень мало. Четвертый период уже идет. Ну вот, к сожалению, пока так. А вообще на площадке у пармовцев провел больше всего времени Иван Нелюбов. 16:54. Далее за ним идет Константин Буланов. 16:26. А нет, вру я. Сергей Чернов, 19:17. Ну, Сергей Чернов всегда отличался тем, что мог провести на площадке такое-то невероятное количество времени. Вот она заветная сотня, и опять ее подносит Александр Винник. Он это уже не первый раз повторяется, по-моему, на моей памяти уже 3-й. Ну давай, 101. Перешли рубеж пермяки, 101-42. И до конца матча больше 7 минут, почти 8, 7:50. Посмотрим, сколько еще они наберут за это время. Киров, конечно, к сожалению, уже не подтянется. Пробежка. Судья свистит. Арбитр, точнее, свистит пробежку Никиту Зязину, игроку Кирова. Перебрасывают с пермяки мячом, пытаясь обойти защиту. И Иван Мальцев. Иван Ухов передал Ивану Мальцеву. Мальцев забросил. 2 Ивана. Не расслабляется Парма. Не дает слабины ни себе, ни сопернику. Опять отобрали мяч. Попрессовали, отобрали. Нормальное такое поведение. Даже если они знают, что отрыв у них слишком большой для того, чтобы что-то изменилось. Нет, не бросать игру — это главное, конечно же. У вас есть болельщики, и они на вас смотрят. Они хотят посмотреть как минимум хорошую игру. Иван Мальцев опять отличился. Набирает силу. Опять Антон Катаев в быстром проходит. Делает он такое уже не в первый раз даже за эту игру. 107-42. И Киров вынужден взять тайм-аут, чтобы хоть как-то, видимо, поправить свое положение. Thank you.
Мы увидели номер коллектива, который исполнил номер с мячами. Достаточно интересный такой получился он. И продолжается матч. Закончился тайм-аут Кирова. Посмотрим, что они придумали и как будут выходить из своего положения. К сожалению, оно у них не слишком радужное. И сразу же потеря мяча идет после тайм-аута. Антон Катаев, нет, не попадает, он не подготовлен был бросок, он, во-первых, стоял полубоком, во-вторых, как-то пытался, видимо, обойти соперника, он понял, что и время уходит, и сделать он уже ничего не может, передать побоялся. Евгений Борисюк в действии, сейчас можем его видеть. Молодец, навел противника на Винника, на большого, а Винник там уже все сделал сам. Оказался на месте. Ивана Мальцева заживала немного соперниками. Ну что, устоял. Но, тем не менее, мяча лишился. Хитро поступает Павел Машковский, выпрыгивает, как будто бы будет бросать по кольцу, однако передает-то мяч он гораздо ниже. И вот справились они с Пармой, кировчане. Полый гол. Поторопился Иван Мальцев немного. 12-12, да. В итоге получил фол на Никите Зязине. Бросок Евгения Борисюка мы могли сейчас наблюдать. К сожалению, он был... В общем, Евгений промазал по кольцу. Зато попали кировчане. Александр Семиглазов обошел. Вот опять Евгений Борисюк. Нет, передает он мяч Александру Виннику. Антон Катаев жесткой такой достаточно рукой его толкает в бок. Ну, такое немного жестковатое воспитание, конечно, со стороны Антона. Ну, я думаю, они потом уже об этом поговорят попозже. Не уверен пока в собственной игре Евгений Борисюк, в собственных ногах. Только что его уронили и обошли, и, собственно, забросили 2 очка. Молодой парень еще, но, тем не менее, надо просыпаться, надо, вот, нужно, да, делать вещи. Передача мяча, конечно, была не очень удачная. Александр Винник не видел Евгения Борисюка. Куда-то торопится куда-то Евгений Борисюк. Толкнул он в плечо Александра Семиглазова, когда тот был с мячом. Зря, это вот действительно вообще зря он сделал, не стоило. Дает ему, видимо, поиграть Вячеслав Шушаков. Был бы другим счет, он бы его, конечно же, давно посадил на скамейку. Но так как разрыв в счете у нас слишком большой, тренер дает играть молодым игрокам. В итоге Иван Мальцев тоже все еще на площадке. И неопытный в данном случае Евгений также все еще на площадке проводит время.
Антон Бревнов молодец, закатил. Трехочковый с угла, не его позиция, но тем не менее все вышло удачно. Дальний бросок не выходит у Кирова сегодня, не идет, совсем не идет. Не знаю, то ли это система такая игры, то есть систематически постоянно дальние броски не получаются, либо карма у них сегодня не чищена. Да, Евгений и Борисюка меняют все-таки. Меняет Костю Буланову. Антон Бревнов получает... Антон Бревнов бросает штрафные, естественно. Два из двух. В быстрый отрыв пытается уйти команда Киров. Дальний бросок. И да, действительно работает это против Пармы. Не успели догнать, хотя Антон Бревнов действительно обладает именно той скоростью, когда он может догнать соперника, но тут он был далековат все-таки. А фол получать, это глупо. Очень эмоционально играет Парма. Они уже поднакачались адреналином и уже просто едут как локомотив. 114-53 счет. 2 минуты 40 секунд до конца этого матча. Иван Мальцев. Нет, но подбор остался за Пармой. И Константин Буланов крюком из-под кольца нас заталкивает этот мяч. Молодец. Не оказалось там никого рядом, чтобы его подстраховать. Он решил разбираться сам и абсолютно четко разобрался, хотя бросок крайне сложный. Ну, вот тут вот защиту Пармы уже обошли Алексей Яцентюк. Абсолютно правильно и четко сработал. Расслабились немного игроки Пармы, хотя вот Константин Буланов опять оказался под кольцом и опять сделал работу центрового. Ну, ему не впервые на самом деле выполнять эти функции, когда Парма играет легким составом. Нет, не получился данк. Не получился данк у Кирова. Когда Парма играет легким составом, именно Константин Буланов выполняет роль такого перманентного центрового. И под кольцом ему, конечно, стоять не впервой. Киров опять берет тайм-аут. Закончился тайм-аут Кирова. Я так понимаю, нет, это не последний тайм-аут у них. Ну, Парма пользовалась тайм-аутом только один раз за этот матч в конце второй четверти. Ну, чтобы, видимо, немного поправить игру, но и, в принципе, им воспользоваться. Тем временем вот, выходят они на штрафной Николая Жмака. Как-то сегодня я его так редко видела, редко он достаточно выходил. Посмотрим. Да, 7 минут 12 секунд. Хотя на него всегда было приятно смотреть. Это интересный игрок, невысокий, но делать такие данки может только он, больше никто. Отняли, быстрый отрыв, да, опять Бревнов со Жмака, как обычно, разыграли между собой мяч. Это у них любимая комбинация, как раз два не очень больших игрока, быстрых,
скоростных между собой разыгрывают, и один из них забрасывает в отрыве. Неплохо. Дальний бросок, да, полетел мяч у Кирова, только как-то поздно, минута до конца матча. К сожалению, уже ничего этими тремя очками изменить невозможно. Хотя жаль. Последняя минута, объявляет нам судейский столик, 121-58. Иван Нелюбов решил защищаться спиной, чтобы уж не нарушать традиции и не идти на фол. Я стою и все. Но тем не менее отбил мяч. Опять Евгений Борисюк, кстати, на площадке. Вывел его снова Вячеслав Шушаков. Видимо, что-то ему объяснил во время его посиделок на скамейке. Но упустил Евгений Борисюк такой удачный мяч, что мог бы просто вот дойти до корзины вместе с ним и забросить. Но, к сожалению, он его упускает, и мяч остается у Кирова. Хотя ребята из его команды сделали все для того, чтобы мяч-то отбить. И вот сейчас... Опять Антон Бревнов обыгрывает своих соперников. Да. Ну, два очка смогли забросить. Кировцы обошли защиту, хотя защищаются сейчас Парм уже достаточно слабо. Ну, слабее, по крайней мере, чем в начале этого матча, потому что ребята прекрасно понимают, что все. 2 секунды, вот на данный момент 2 секунды осталось. Хотя в своей защите кировцы фолят на пермяках, не дают им подойти в атаке кольцу. И вот опять получили они фол на Иване Нелюбове, и он опять бросает штрафные. Вот сейчас чисто 2 из 2. Все, 123-60, закончен матч. Первый матч Пармы в этом году, в этом сезоне против команды Киров. Это Кубок России. Завтра Парма будет играть с Химки Подмосковья в 17 часов. И трансляция также начнется в это же время. Спасибо. Приходите поболеть за Парму. Организуйте себе баскетбольные выходные.